Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум, площадочка от МТС. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом ролика хочу наконец-таки объявить долгожданный конкурс на 3 места. 3 игрушечки у нас в арсенале. Спасибо большое за спонсорство данного конкурса моему спонсору Максиму. Огромнейшее ему спасибо и респект. Напишите также это в комментарии, там на стриме, где вы это смотрите. Обязательно поблагодарите человека. Я вам благодарен 1000 раз, это уже говорил. Поэтому говорю в очередной раз, респект. Собственно, вот такие вот 3 игрушечки. Народу у нас участвует в конкурсах довольно-таки маловато. Шансы у вас выиграть очень большие. Имейте это в виду. После этого конкурса, скорее всего, будет следующий. Поэтому имейте в виду, если здесь не выиграете, выиграете в следующем. Ссылка есть в описании под этим роликом, если боитесь ссылок, вот, пожалуйста, название моей группы ВКонтакте. Залетаем, участвуем, всем желаю удачи и приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на овощной салатик из вкусной точка, а именно салат Цезарь с креветками. Стоимость данного салата Цезарь с креветками 240 рублей, но у меня еще что-то там попросили. Соус, что ли, какой-то добавить, не добавить, что-то типа того. Салат. Соус Цезарь, что ли, что-то такое. Я, короче, попросил тоже добавить. Я думал, типа, это входит в стоимость. А это еще плюс 40 рублей, что ли, сверху. Короче, без разницы. Главное, что салат Цезарь с креветками я попробую. Салат я, в принципе, в целом покупаю впервые. Во вкусные точка... Макдональдсе до этого, да, до санкций. Покупаю я в подобном фастфуде первый раз. Поэтому не знал абсолютно никакой информации. Давайте начнем с описания, как обычно. Хрустящие листья салата айсберг, сочные томаты черри, тертый сыр пармезан. Те, кто мои ролики смотрят, те прекрасно знают, что сыр я не люблю, поэтому сыр я попросил убрать, и его убрали. И жареные креветки в панировке. Так, по граммовке. По граммовке 146 грамм. Надо было посмотреть, блин, тут же граммовка-то написана. Салат просто такой маленький прям. Тут есть обычный салат Цезарь. Он у нас 172 грамма побольше. Так, ну что, давайте, в принципе, я буду открывать. Вот такой вот у нас салатик Цезарь. С виду он довольно-таки маленький. На картинке, если смотреть, он довольно-таки большой. Также закрыт крышечкой. Очень удобно. Однозначный респект. Так. Салфеточки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять салфеток. Довольно-таки много. А, вот. Вот он, соус Цезарь. Вот он, соус Цезарь. Ну ладно, давайте с ним тоже попробуем. Дали еще какой-то перец. Соль. Нихера себе. Нифига. Еще вилку.
вилку с ножом дали. Ну, опять же, пластиковый. И, в принципе, все. Больше ничего здесь нет. Так, ну тут я смотрю, уже есть в составе сыр. Поэтому не знаю. Хавать, наверное, не буду. Соус Цезарь. Чувашская республика, изготовитель. О, Дивилей. Дивилей, это, кстати, в трех корочках соус раньше был. Сейчас уже кальви, или как он там называется, французский. Так, ну что, давайте опускать вебку. В принципе, вот у меня на столе тут соль, перец, соус. В принципе, вот он сам этот салат. Я, в принципе, когда снимал, короче, на телефон шортс, короткий видеоролик с этим салатом. Я, короче, все отснял, телефон убрал. Эту штуку тоже вроде как закрыл. Потом бамс, она, короче, рассыпалась на стол. Поэтому пришлось собирать. Одну помидорку я также уже съел. Также чуть откусил я одну креветочку. И чуть салата поел. В принципе, тут в основном салатик. Помидорка у нас всего две штучки. Три креветочки. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет соус Цезарь, довольно-таки жидкий. О, уже чувствуется уже сыр. Так, а чё по перцу? Его ж в салат добавлять, правильно я понимаю? Добавлять салат, а потом перемешивать. Я не знаю точно, насколько много надо перца. Нужен ли он вообще в этом салате? Ну... Соус он разбавляет. Добавляет вкуса. Потому что салат он такой сухой. О. Ну там все-таки довольно-таки много этих овощей. Так, ну соль я тоже много добавлять я особо не хочу. Особо желания не горю. Сидеть соль хавать. На этом, в принципе, история томата черри закончилась. Две штуки и все. Маловато. Он, в принципе, наверное, выливается, этот соус Цезарь, и перемешивается. Это, скорее всего, так работает. Как и соль. Ну, короче, я, кажется, понял, как это работает. Смотрите. Это все делается вот таким вот образом. Я так понимаю, соус также добавляется. Так, я понял. Все это дело у нас перемешивается. И хавается. Кайфом. Скорее всего, так работать должно. Да, вот так вот. Вот это уже более лучше похоже на салат Цезарь. Соли очень много. Очень много соли.
сыр особо в соусе не чувствуется. Блин, очень много соли. Перец особо вообще не чувствуется. Как будто без какого-либо вкуса перец у нас. Да и в принципе все. Прикольная темка. Прикольный прям салат вообще. Дофига салата. Я как раз перестал свое фирменное блюдо есть. У меня фирменное блюдо обычно. Что-то было с зеленью, что-то... Зелень плюс зеленый лук плюс огурцы и с чем-то. И вот я последние недели две давно не хавал это блюдо. Оно очень полезно для организма, потому что питательные вещества нужны для организма, для костей, там мышцы и так далее и тому подобное. А я это все перестал кушать. И ем в основном всякую фигню. И вот этот салатик, он прям идеальный. Прям тупо с кайф. Соли много особо не добавляйте, можно вообще без соли есть. Перец не знаю, как хотите, перец вообще особо не чувствуется. Мясо креветки очень вкусное. Салатик, в принципе, из трех, которые есть. У них овощной салат, салат Цезарь и салат Цезарь с креветками. Салат Цезарь с креветками самый дорогой, 240 рублей. По стоимости, в принципе. Оценочка 5 из 5. Салат я никогда не ел, первый раз салат пробую. Вот и перец проснулся, походу, в горле. На этом все. Оценка 5 из 5. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.